Мы хотим с вами спеть песню новую, которая говорит о том, что есть надежда, которую Он дает. И эта надежда как якорь для нас. Я хочу сказать сегодня, может быть, есть те, которые на этом месте, которые не только готовы сказать: «Господи, вот моя десятина», но также хотят сказать: «Господи, вот сердце мое, я хочу, чтобы Ты стал якорем моим». Мы все понимаем, что каждый проходит через различные обстановки и ситуации. И я персонально проходил такие времена жизни, где, честно сказать, я не знал выхода, и я не знал, будет ли конец проблеме, придет ли конец ситуации. Но Бог был якорем в те самые трудные моменты. Я хочу сказать каждому стоящему на этом месте, что если у вас нету якоря в это время, схватиться за Христа и пройти через ваши бури вам будет очень тяжело. Но очень легко, когда вы не понимаете, откуда придет помощь, вы не понимаете, откуда придет открытая дверь, но вы понимаете, что якорь мой Господь Иисус. И да, сегодня паруса рвут, да, сегодня непонятности в жизни, да, сегодня непонятности, сквозь бури не видно ничего. И я не знаю, как закончится моя ситуация, но я твердо знаю, что Иисус Господь моя крепкая башня. И я знаю, что якорь, который держит меня глубоко, никогда не подведет. Это надежда, якорь Иисус вас проведет. Я хочу сказать, Он проведет, Он проведет, Он проведет. Сквозь бурю и штормы Он проведет. Аллилуйя. Аллилуйя. Пойте с нами вместе. Пусть эта песня вас благословит. Пусть эта песня вас прикоснется. Отдайте Господу самое лучшее, ваше сердце. Дом Христе есть, как яшта на земле.
что Бог надежду дал мне, как якорь для души. Наш Бог велик, не сокруши. Не сокруши. Аллилуйя. Ты всех превыше, Бог. Слава Тебе, благодарим Тебя за надежду, за твердость, благодарим Тебя, что Ты есть, был и будешь всегда один и тот же. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благословение, аллилуйя Тебе, аминь. Можете садиться.